Многие компании смогли быстро подстроиться под новые условия рынка и сменили формат работы. Предприниматели предлагают товары и услуги в интернете. В онлайн перешли не только бизнесмены Тюмени, но и районов. Например, в Галышмановском городском округе магазины торгуют через соцсети. Сотрудники фотографируют ассортимент и выкладывают снимки на своих страницах. Покупатели могут посмотреть альбомы и заказать нужный товар с доставкой на дом. Несмотря на то, что большинство предпринимателей после снятия ограничений планируют вернуться к привычному режиму работы, есть и те, кто собирается и дальше развивать онлайн-бизнес. Мы в соцсетях общаемся. Я им отвечаю, собираю им их покупку. Они мне оплачивают на карту безналично. И или доставкой им на дом бесплатной, либо самовывоз. То есть они приезжают и забирают с крыльца магазина.